Еще раз добрый вечер всем присутствующим. Мне, конечно, безумно приятно находиться сегодня здесь, потому что, кстати, вот я сейчас с Никусей на руках стою, а мое первое выступление было... Никуся был вот рядом, да, именно у тебя, по-моему, в «Удивительной кошке». Я с ним ходила в коридоре. Да, 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 да. Только ему был... А он все равно со мной. Лилечка, я на самом деле тебе лично хочу пожелать, потому что «Удивительная кошка» — это ты. Ну так, ребят, согласитесь, да? Что такое «Удивительная кошка», если бы Лиля не положила... Не то, что положила, а не дала свою душу всему этому и создала такую замечательную маленькую сказку, вот такую вот, вот в этом юните. Будет, я надеюсь, что все это будет разрастаться, увеличиваться, прорастать корнями, цветами, листьями. Ребята, давайте будем помогать, будем участвовать, будем поддерживать всевозможными возможностями. Будем играть, и тебе лично, тебе я желаю здоровья, терпения и множества новых потрясающих задумок и идей. А остальное — это уже как бы артисты, мы приложимся. А сейчас мы споем с Никусей песенку, которую, наверное, все знают, потому что я ее уже очень давно... Ты будешь петь со мной? Да? Чуть-чуть? Давай. Is it possible to love someone like you love me? Is it possible to hide from storm you give to me? Let it stand inside you. You and me are creatures from heaven. When we kiss, it's like sweet dream lasts forever. Cry, cry, but never lie to yourself. Never let it stand inside. Oh,
И я хочу сказать всем до этого выступающим, мы не заканчиваем. И Ирочке огромное спасибо. И все-таки кошка – это люди, это вы все. И без вас нет никакой кошки. Всем спасибо огромное. Мы продолжаем.